Экзопланеты – планеты вне Солнечной системы. Открывают почти каждый месяц. Только в нашей галактике их количество оценивают в 50 миллиардов, из которых обитаемыми могут быть 2 миллиарда. За это время было получено сотни спектров в течение 10 лет. И надо было измерить с высокой точностью скорость изменения движения. Мы отслеживали 50 звезд. Вот. Выяснилось, что пока мы нашли планету только у одной из этих, из 50 звезд. Причем большая часть обнаруженных планет имеет массы в 10-20 раз превышающие массу Юпитера. А планет, масса которых приближена к массе Юпитера, обнаружена пока всего лишь 10-15. Такие планеты обнаружить труднее, поэтому открытие никак нельзя назвать рядовым событием. Мы сейчас сдали в печать Европейский журнал Astrophysics статью, в которой описываются результаты нашего исследования этой звезды, известны параметры. Эта планета по массе близка к массе Юпитера. Вот. Ну, как бы для Солнечной системы это считается большая масса, но для экзопланет эта масса небольшая, потому что в основном до сих пор обнаруживались планеты с массами 20, 30, 50 масс Юпитера. Они называются горячие Юпитеры. Плюс к этому обнаружение экзопланеты спектроскопическим методом является первым в истории российской астрономии. Необходимо отметить, что открытие было сделано учеными благодаря высокоточным спектральным измерениям, выполненным на Эшли спектрометре высокого и использованию йодной ячейки. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.